Мне совестно, что мы бросили Габи. Может быть, вернемся, чтобы узнать, как она там? Я отлично, родная. Крис, Пип-Поп? Да, Габи, как я рада, что ты пришла. А Сьюзи угощают только вяленкой из петрушки. Полезное питание – залог здоровья. Ну да. Салютик, Габи. Тебе полегчало? Мне бы давно полегчало, если бы не проблемы с дверью моей спальни. Так ты будешь есть Криспи-Поп? Мне нельзя обработанные продукты. Мой организм от них перестает функционировать. Я буду! Оливия! Ням. О, нет. Она может быть где угодно. Кстати, это все из-за тебя. При чем тут я? Это ты выбила ее из колеи своими лакомствами. Хорошо, что я всегда цепляю клиентам маячок. Оно того стоит. Гадко. Но удобно. Дом кривых зеркал. Оливия, ты здесь? Она близко. Она над нами. Она внутри стен. Оливия, я знаю, ты здесь. Я обещаю, что все будет хорошо. Она повсюду. Оливия! Оливия, стой! Я ее слышу. Где? Оливия! Лив, где ты? Оливия! Лив! Прыг-скок. Отойди, Габи. Это детокатастрофа, тебе не по плечу. Прыг-скок. Палочка с маслом лаванды. Помогает успокоить даже самых буйных детей. Ну-ка, Оливия. Она стукнула по моей палочке. Она себя не контролирует. Да ничего. Я знаю сестру. И чтобы успокоить ее, нужно... В горошек. Вот это. В горошек. О чем ты говоришь? У тебя ничего нет. В горошек. Эй, Оливия. В горошек. Хочешь поиграть? В горошек. В невидимка бол. В горошек. Эй, смотри-ка. В горошек. В горошек. Хочешь мячик? В горошек. А может, ты хочешь... В горошек. Вот это? Ну, все хорошо. Хорошо. Ты сильно вспотела. Ничего.